Друзья, всем привет! На связи Андрей Недопас. В этом видео я вам расскажу коротко о маркетинг-плане компании Nordship Украина. Маркетинг-план, ну, он есть с двух частей является, да, то есть первая часть это легкая, и вторая часть уже идет больше, ну, больше продвинутая, да, то есть первую часть я расскажу, то есть которая для всех очень понятная и простая. Но самое главное, где вы можете первую часть посмотреть маркетинг-плана, это на официальном сайте компании в разделе вот, «Партнерство с Nordship». Вот заходите в nordship.net, нажимаем «Партнерство с Nordship», и вам открывается такая страница. Что получают партнеры Nordship в принципе? Да? То есть это участие в надежном социально значимом проекте, это гарантированный достойный заработок, это выплата вознаграждения в течение 3 рабочих дней, это дополнительные привилегии в потребительской среде Nordship Украина. Коротко о проекте. То есть Nordship Украина — это совершенно новый для Украины формат бизнеса онлайн на земле. Да? То есть это marketplace, low cost и Uber в торговле, в котором убираются все препятствия на пути от производителя к покупателю и оптимизируются расходы. Миллионы качественных и недорогих товаров от производителя из Украины, Китая, Индии, Турции, ЕС, США напрямую прямо в руки украинскому покупателю. Заказ товаров с доставкой в ближайшее представительство Nordship Украина или почтовое отделение. Оплата заказа банковской карты на месте или в любом отделении банка. Большие современные экраны и приветливые консультанты для комфортного выбора товаров. То есть это очень важно. В ближайшей перспективе, в том числе и благодаря партнерам, компания Nordship Украина планирует открыть сеть территориальных представительств в каждой области Украины. Это очень важно, чтобы вы понимали, ну, надежности. Да? Давайте так, коротко о нашем предложении. Ну, я рассказываю это для того, чтобы вы понимали, то есть, суть, да, самого бизнеса, и потом уже перейду к самому маркетингу. Компания Nordship Украина предлагает инвестору стать частью перспективного бизнеса путем приобретения одного или нескольких смарт-ваучеров. Смарт-ваучер Nordship Украина закрепит за инвестором право на получение 50% прибыли от всех территориальных представительств, открытых с участием владельцев ваучеров. Ориентировочно пассивный доход составит до 50% годовых от номинальной стоимости ваучера. Доход начисляется с 4 месяца с момента перехода купленного ваучера в статус размещенный и выплачивается ежемесячно. При осуществлении выплат компания Nordship Украина будет выступать налоговым агентом инвестора, перечисляя налоги и сборы в государственный и местные бюджеты Украины. Таким образом, пассивный доход, который образуется у инвестора, не нужно декларировать. Ваучер можно продать, подарить, передать по наследству, то есть все, что вам, ну, все, что хотите. Компания Nordship Украина предоставляет инвесторам право обратного выкупа ваучеров, но не ранее, чем через 12 месяцев с момента его приобретения. И инвестор может зарегистрироваться в качестве партнера Nordship Украина и получать дополнительные партнерские вознаграждения, помогая компании распространять ваучеры и открывать представительства компании в Украине. То есть партнерская сеть здесь для того, чтобы компания смогла быстрее открывать новое представительство. И за это она готова вас вознаграждать. Смотрите, как это работает. То есть 200 ваучеров реализованных позволяет компании Nordship Украина открыть одно представительство. Nordship Украина добавляет все, что необходимо, регистрирует и открывает представительство. С этого момента ваучер инвестора приобретает статус размещенный. После выхода представительства на самоокупаемость через 4 месяца начинается распределение прибыли. Прибыль распределяется, соответственно, 50% инвесторам, 50% компания берет себе. Ориентировочная база распределения прибыли, то есть это 10% от товарооборота компании. Прибыль от всех представительств, открытых за счет инвестиционной программы, суммируется и делится пропорционально количеству ваучеров между всеми участниками инвестиционной программы. Теперь давайте расскажу компенсационный план и возможности. Смотрите, участником проекта становится инвестор, который приобрел один и больше инвестиционных смарт-ваучеров. И компенсационный план маркетинг, он предусматривает наличие начисления вознаграждений в процентах от суммы привлеченных инвестиций. Объем инвестиций измеряется условной единицей, равной 1 евро. Стоимость одного смарт-ваучера составляет 50 евро. На старте участнику присваивается ранг инвестор и возможность получать вознаграждение из всех привлеченных им инвесторов первого и второго поколения. С первого вы получаете 10%, с второго поколения вы получаете 5%. То есть первое поколение — это люди, которых вы пригласили лично. Второе поколение — это люди ваших людей.
При достижении ранга серебряный инвестор, участник получает дополнительную комиссию от третьего поколения, это люди ваших людей, в размере 5%. При достижении ранга золотой инвестор, участник получает дополнительную комиссию со всех привлеченных им инвесторов 4 и 5 поколения. С 4 вы получаете 3%, с 5 получаете 2%. И при достижении ранга платиновый инвестор, участник получает дополнительно комиссию со всех привлеченных инвесторов всех поколений, начиная с 6 в размере 5%, кроме платинового инвестора в вашей группе. То есть под вами появляется также платиновый инвестор, вы с него уже не получаете 5%. Итак, давайте теперь расскажу условия достижения данных рангов. Чтобы стать начальным инвестором, то есть просто это достаточно купить один ваучер 50 евро, вы получаете два уровня. Чтобы получить три уровня распределения денег, вам нужно закрыть серебряный инвестор. И им можно стать следующим методом. Я покажу, то есть два варианта. Первый и последний. То есть первый — это самый сложный в финансовом плане, потому что нужно больше вложить, но самый легкий в плане построения, открытия этого бизнеса, да. То есть вам нужно всего купить смарт-ваучеров на 500 евро, и вы сразу же закрываете статус серебряный инвестор. Или же второй вариант, вам нужно лично купить на 100 евро ваучеров и создать товарооборот групповой на 1000 евро. Тогда у вас получается статус серебряный инвестор. При этом эта 1000 евро должна быть минимум 50% в одной ноге и остальные 50% бокового оборота. Ранг золотой инвестор. Что нужно для того, чтобы его закрыть? Да? То есть самый легкий путь, но самый по деньгам, да? То есть большой. То есть это 1000 евро личной покупки, и вы сразу же становитесь золотым инвестором, у вас открывается 5 уровней. И второй вариант — это 500 евро личной покупки и 5000 евро группового товарооборота, при том, что половина этого оборота — это должен быть боковой оборот. Половина в сильной ветке и боковой оборот — все остальное. И самый высокий ранг, один первого маркетинга — это платиновый инвестор. Чтобы его закрыть, вы можете несколькими способами, то есть самый быстрый — это на 5000 евро купить смарт-ваучеров, и вы автоматически закрываете платинового инвестора. И последний вариант — это на 1000 евро вы покупаете сами ваучеров, да, и создаете групповой товарооборот на 10000 евро, то есть построением команды. И таким образом 50% должно быть в сильной ветке или же равномерно распределено, и остальное у вас должен быть боковой оборот. Это что касается закрытия данных рангов. То есть здесь первая часть маркетинга заканчивается. Теперь я хочу его показать вам наглядно, чтобы вы понимали, то есть как это все будет происходить. Вот смотрите, если мы смотрим по системе Don Fila 10 уроков на салфетке, вот первое поколение. Процент выплат 10% от суммы привлеченных инвестиций. Представим, что вы пригласили 5 партнеров, которые инвестируют по 2 ваучера, да? То есть я беру средний заказ, это 100 евро. Это будет 500 евро инвестиций в вашу первую линию, и вы с этого зарабатываете 10%. Это будет 50 евро ваше вознаграждение. Эти 5 партнеров приглашают в свою очередь по 5 человек. Да? То есть у вас уже в команде во второй линии будет 25 человек. Это уже будет 2500 евро, и ваш чистый доход 125 евро. Это в размере 5%. Следующий уровень — это третий. Каждый из 5 людей приглашает по 5 человек. Ваша структура в третьем уровне — 125 человек. Там уже у вас будет 125 тысяч евро, 12 500 евро ваш товарооборот. И 625 евро, это в размере 5% от этого оборота, это ваш чистый доход. И вот ваш уже доход растет, скажем так, да. Четвертый уровень, там уже у вас будет 625 человек, и умножаем там на 100, да, то есть это будет 62 500 евро группового оборота. Ваш чистый доход будет 3% от этой суммы, это 1875 евро с четвертого поколения. И вот пятое поколение, с которого мы получаем по этой части, все приглашают по 5 человек, это будет структура 3125 человек. Оборот будет 31 250
на 250 человек, то есть 2%, ой, 312 тысяч 500 евро, да, то есть будет оборот, и ваш чистый доход с пятой линии будет 6250 евро, да, то есть вот в таком плане. Это что касается первого, то есть первой части маркетинг-плана. Со всех остальных уровней, то есть шестой и дальше, если вы закрываете платину, исходя из этого, да, то вы будете получать 5% с каждого партнера вашей структуры, то есть с шестого уровня и выше, до того момента, пока у вас не закроется платиновый инвестор. Это первая часть. То есть это первая часть маркетинг-плана, которую я объяснил вам буквально вот, ну, на пальцах и по-простому. Идем дальше. Что будет, когда... теперь я покажу вам следующий момент, то есть по нашего маркетинг-плана. Я думаю, я вам лучше нарисую, потому что здесь будет более понятно. Так, вот у меня доска для консультации есть. Я сейчас буду вам тут рисовать. Смотрите, следующий маркетинг-план, то есть это уже когда мы получаем распределение от товарооборота мирового компании, то есть весь оборот, который сделают даже партнеры ваших параллельные, то есть, ну, ваши конкуренты, вы будете от этого также зарабатывать. Поэтому мы заинтересованы напрямую, то есть расти по рангам. Смотрите, вы закрываете платинового инвестора, у вас в структуре закрывается один платиновый инвестор в одной ветке, и у вас в структуре, или же в первой линии, или же неважно в какой, закрывается второй платиновый инвестор. Да, то есть вот, раз, два. Ну, их может быть больше, их может быть три, там, четыре. Я сейчас беру на примере два. Да, берем два человека. Платиновый инвестор мы уже говорили, что нужно для этого закрыть. То есть 5000 евро сам покупаешь, либо же 1000 евро сам и 10 тысяч евро команда. Это платиновый инвестор, это платиновый инвестор. Вот на условии двух, да, сделаем. То есть нужно сделать два человека, чтобы закрыть этот ранг. Здесь у вас уже будет квалификация, ранг партнер-инвестор. То есть партнер-инвестор или инвестор-партнер, ИП, да, то есть инвестор-партнер. Смотрите, что это дает? Одна платина, вот, да, вы получали 5% с шестого поколения и выше с этого человека, пока он не закрыл платину. С этого так же само. Но когда он закрывает, он эти 5% у вас отсекает, забирает. И этот отсекает, забирает. Этот рост тоже отсекает, забирает. Что дальше? Вы начинаете получать распределение 5% оборота всего компании, от всего товарооборота компании распределение 5% уже будет идти вам. Как этот пул делится, 5% оборота компании? Смотрите, вот у вас один платиновый инвестор и второй. У вас вы получаете две доли от этого, от этих 5%. То есть, условно говоря, оборот, условно, да, то есть сейчас, не примите, что это сейчас есть так. Оборот компании будет цифра 100, это как бы 100%, да, берем. Вы получаете две доли от этих 100. Это условно говоря, две доли от этих 100. То есть вот вы получаете 2. Если у вас 3 платины, вот еще платиновый инвестор у вас открывается, вы получаете 3 доли от этих 100. Если у вас там в структуре, вот смотрите, теперь следующее. Если у вас, к примеру, вот 2 человека, сейчас стру это все, рассмотрим следующий вариант. Вот вы платина, у вас в структуре платина, и вот здесь платина. Но в этой структуре, вот здесь, да, вот здесь, скажем так, 10 платин. Пускай будет 10 платин. То есть вот этот человек закрыл платину, и у него в структуре, неважно, там в линии, либо в глубине, либо в ширине, еще 9 платин. В этой структуре 10 платин, да. И в этой на ножке у вас 3 платины. 3 платины, да, вот раз платина, 2 платина, 3 платина. В одной ноге, либо боковик и так дальше. Как вам будет считаться от пула? Вам будет считаться эти 10 берется по слабой ноге. То есть берется эти 3 и плюсуется, то есть 3 человека с этой сильной ноги. То есть вы получаете от пула 5% 3 доли.
три доли свои. Если у человека будет здесь 40 платин и здесь 10 платин, то с меньшей ноги будет считаться, то есть, ну, да, то есть равняться. То есть 10 платин плюс 10 платин отсюда. У вас будет 20 долей. И вот таким образом начисляется, ну, вы будете получать распределение 5% оборота компании себе, как бы, ну, в бизнес, да. Плюс за вами остается распределение, ну, за вами остается маркетинг-план вот этот, то есть пятиуровневый. То есть он остается за вами на постоянной основе, работает всегда. То есть до пятого уровня все партнеры, которые заходят, вам начисляются, то есть по, согласно этому маркетинг-плану. Но когда вы уже закрываете платины, и у вас есть платины в разных ногах, вы получаете таким образом деньги. Теперь вопрос, смотрите. Некоторые люди спрашивают, у меня есть пассивные инвестора, которые хотят вложить деньги и зарабатывать, вот, ну, максимум хотят, да, что нужно сделать? Моя рекомендация, то есть инвестор, ну, серьезный инвестор, которого я считаю, то есть это человек, который, ну, инвестирует там хотя бы там 10-15 тысяч евро, да, то есть я знаю, многие люди инвестируют такие деньги в компании. Как выгоднее всего такому человеку получить максимум? Смотрите, вам нужно инвестировать 3 пакета платина, то есть это 15 тысяч евро. А, смотрите, как это выходит. То есть вы покупаете себе платинового инвестора, вы покупаете платинового инвестора, ну, на своего сына, там, жену и так дальше, и вы покупаете платинового инвестора еще на одного человека, то есть члена вашей, вашей семьи. Что вы здесь получаете? Во-первых, 15 тысяч евро, то есть инвестиций. Да, то есть здесь уже будет хороший идти доход пассивный от прибыли компании, да, то есть на эти инвестиции. Плюс вы участвуете в пуле распределения 5% от всех продаж ваучеров компании Nordship Ukraine. Вы будете получать две доли от этого. То есть вы не только будете от наземного бизнеса зарабатывать, который компания делает, вы будете еще получать распределение компании от продаж смарт-ваучеров. То есть это люди строят структуру, люди привлекают новые инвестиции, вы с каждой продажи будете получать распределение. Вот это максимально выгодные условия для захода, скажем так, серьезных инвесторов, которые не хотят вникать в построение структуры, которые хотят, скажем так, диверсифицировать свои риски, то есть инвестировать, зарабатывать деньги. Все, в принципе, маркетинг-план я вам разобрал. Объяснил полностью, здесь нету никаких автопрограмм, путешествий и так дальше, потому что здесь максимально деньги вложены в маркетинг, чтобы человек мог заработать и купить себе ту же машину или путешествие.